Практически ямочный ремонт, он все прошел в холостую в этом году. Мелкая щебенка засыпала твердое покрытие дороги, где ямы. А это же не дорога, не, скажем, не грунтовая, где она уплотняется, правильно? А она рассыпалась, проехала к вечеру, уже этой мелкой фракции щебенки нет. Уже пусто, то есть опять надо работать на следующий день то же самое, тратить материалы, тратить транспорт, людей и так далее. То есть это неэффективная работа была, то есть как такового ямочного ремонта не было. Ну и в заключение, вот именно предлагаю обратиться в вышестоящие наши депутатские корпусы, это законодательное собрание, вот о помощи вот в этом мероприятии. Пожалуйста, ЗАГС собрание наше вышестоящее. Ни к нам, по-моему, никакого отношения это не имеет. Нет, мы можем, естественно, речь идет о распределении краевых денег, бюджет края. Все-таки самая эта беда, законодательно Ольга Владимировна, вспомните, Александр Георгиевич что сказал, есть деньги, нет асфальта. Даже при наличии денег мы дырки залатать не можем. Вопрос-то вот в чем. Да. У нас были деньги. Тут и денег надо больше, и асфальта надо больше. А смысл иметь деньги? Мы даже эти мелкие деньги и то выбрать не смогли. Может, есть смысл не только Ачинск, это не панацея, есть другие города, ради бога. Может, где-то... То есть надо работать над этим вопросом, не просто ждать, ага, вот вам и причина, почему Ачинск не обеспечил асфальта. Ну, это не решение вопроса, правильно? Надо искать другие пути, правильно? Правильно. Петрович, спасибо за обращение, оно хорошее обращение, правильно, оно животрепещущее для всего города Назарова. Наверное, такое ощущение, что нынче хуже дорог, чем в городе Назарова, уже нету нигде. Что-то делать надо, все, что вы написали, наверное, правильно, Ольга Владимировна, ну, давайте мы это все включим, надо обратиться, давайте обратимся, надо администрацию заставить написать программу более усиленную, обратиться за источником финансирования, значит, и это надо делать. Все надо делать. Понятно, обсуждать-то тут особо нечего. Что обсуждать? Все за. Вопрос как? Кто помог? Давайте Сергею Александровичу обращение напишем.